Доброе утро, сестрица Джандан. Доброе утро. Я тогда сейчас чай. Если не затруднит, я возьму. Поставлю сюда. Эйди, дорогая, тебе поправить волосы? Можно, сестрица Джандан. Не переживайте, со временем научитесь. А ну-ка, давай. Господин Демир, когда мы пойдем смотреть дом? Какой дом? Ну, вы же говорили, что взяли в аренду. Госпожа Джандан, я поговорил с владельцем дома, он сказал, что арендатор все еще не съехал. Как съездит, пойдем. Алло, доброе утро. Подай мне это. Разве? Хорошо, во сколько? Хорошо, хорошо. Господин Селим, я приеду. Увидимся, до встречи. Звонил адвокат, есть покупатели на дом. На этот дом? Да, на самом деле я хотела продать его, просто из-за того, что он входит в категорию старинных домов, было сложно продать. Как прекрасно. Вот, нашлись. Поздравляю, госпожа Джандан. Они сразу переедут? Ну, похоже, что да. Ты еще не забрал машину? Нет, не буду. Почему? Еще долго. А ремонт еще не окончен? Не. Ну, я это место очень любила. Аллах, Аллах, это что, котенок? Всего лишь машина. Чего ты там любишь? Ну, ты ведь тоже любил. Я знаю. Ты и так всегда любишь, но делаешь вид, что не любишь. Все, это ты знаешь. Ой, Кю, что ты от меня скрываешь? И что же я от тебя скрываю? Я спрашиваю, а ты не отвечаешь. Что ты скрываешь от меня? И что я скрываю от тебя? Если бы знал, наверное, я бы не спрашивал. Но я не понимаю даже, что ты спрашиваешь. Голову мне не морочь. В последний раз спрашиваю, что ты скрываешь от меня? Да и что же я могу от тебя скрывать? Терпение мне. Ой, Кю, в последний раз спрашиваю. Хорошо, я поняла. Ты спрашиваешь в последний раз. Ты уже это говорил. Хорошо, я это уже поняла. Но я не понимаю, о чем что ты хочешь спросить. Что мне тебе объяснить? Что у тебя спросить? Если бы я знал, запутала меня ты. Доброе утро, Ойкю. Доброе утро, Мерджан. Кто он? Мой друг, Мерджан. Стой. Минутку, Мерджан. Ты слушаешь меня? Слушаю. На выходе я заберу тебя. Жди меня тут, хорошо? Почему? Что значит почему? Уходишь, потом разговариваешь с незнакомцами. Ты слушаешь меня? Слушаю. А почему вообще перед тобой отчитываюсь? Будет то, что я сказал. Теперь без меня никуда не уходишь, поняла? Хорошо. Всего хорошего, увидимся. Давай, Мерджан, пойдем. Доброе утро. Ты сделал задание по математике? Сделала, ты? Я тоже сделала, но я не поняла там кое-что. Но потом все поняла и решила. Кто этот парень? Вы можете подписаться на наш канал, чтобы смотреть больше видео, включить уведомления, чтобы смотреть первыми.